О том, какие задачи решает отдел внутренних дел администрации Ленинского района города Бреста, сколько здесь трудится человек и в чем специфика их деятельности, узнали из первых уст юные жители областного центра Брещины. Возможным это стало благодаря проведению выездного мероприятия в рамках межведомственной республиканской акции «Полезные каникулы». Цель ее – организовать наших ребят, занять интересными делами. Сегодня мы приходим с вами в стены отдела внутренних дел. Это и профориентация. Сюда позвали детей, и пришли те дети, кому интересно. Интересна и роль милиции, и как служить в рядах внутренних войск. В том числе наши ребята, состоящие на различных видах учета. В настоящее время в Ленинском районе Бреста на учете в инспекции по делам несовершеннолетних состоит чуть более 70 школьников. Специалисты утверждают, цифра эта не критическая. К тому же большинство ребят, как показывает практика, исправляются. И во второй раз под контроль милиции не попадают. Учет – это не наказание. Это, наоборот, планирование работы по введению ребенка из той ситуации, чтобы он в дальнейшем не совершал рецидив этих правонарушений. Вот как и сегодняшнее мероприятие, оно отчасти посвящено тому, чтобы показать нашим ребятам условия, те условия, которые приводят к тому, что если человек начинает какую-то жизнь, противоправную деятельность, что его будет ожидать. Помимо экскурсии и общения с правоохранителями, у участников мероприятия была уникальная возможность примерить на себя экипировку и подержать в руках оружие спецподразделений, чем ребята безотлагательно и воспользовались. В целом же такие поездки в городские организации юноши и девушки считают занятием интересным и очень полезным. Конечно, понравилось. Первый раз тут. Много интересного чего узнал. Оружие потрогал. Если люди сюда приходят, дети, они потрогают это. Потом у них появляется какой-то интерес к этому. И приходят вооруженные силы. Нам предложили сюда пойти, и мне очень захотелось сюда пойти, потому что я тут не была, и мне очень хочется узнать, что тут такое, что тут нового, то, что я себе для себя открою что-то новое. И очень хочется узнать, как тут люди работают и живут. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.